Командно-диспетчерский пункт аэропорта Ремезов захвачен террористами. В заложниках удерживают несколько сотрудников аэропорта. Такова легенда антитеррористических учений, проведенных оперативным штабом по Тюменской области. Аэропорт – это объект транспортной инфраструктуры, который находится в особом сегменте. И безопасность объекта, именно аэропорта, она гораздо выше, чем некоторых других. И находится на самом жестком и высоком уровне. Командно-диспетчерский пункт – место стратегическое. Именно отсюда осуществляется управление воздушным движением. Чтобы освободить его от условного захвата, на место прибыли сотрудники управления ФСБ, ФСО, полиция, Росгвардии и МЧС России. Перекрывается въезд на территорию аэропорта, выставляется оцепление, после чего начинаются переговоры. Предлагаю вам озвучить ваши требования, представляемые органам власти. Отработка практических навыков по пресечению теракта, ликвидации его возможных последствий, а также согласованность действий между всеми ответственными структурами. Такую задачу ставил оперативный штаб перед участниками учений. Основная цель и задача – это, скорее всего, организация взаимодействия между силовыми структурами и также служба авиационной безопасности аэропорта при проведении подобных мероприятий. Для аэропорта это, конечно, больше всего дает готовность к таким действиям, если это понадобится. Ну и еще одна тренировка никогда не помешает. По оценке руководителя антитеррористических учений, все правоохранительные ведомства и органы исполнительной власти сработали эффективно. Учебные задачи выполнены в полном объеме. Наталья Китова, Анастасия Терехова, Ярослав Прохоров, Тюменская служба новостей.